Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 1.5 бензиновый, 149 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач, передний привод машины была куплена в этом году. Встал острый вопрос покупки второй машины. Поэтому решил себе купить новую. Было это в июле. Катался я по дилерам примерно 2 месяца, рассматривая очень много машин. В момент окончательно потеряв всякую надежду на достойную машину по соотношению цена-качество, вылетела мне в инсте рекламка Courier. Сначала зацепил внешний вид, потом и салон, и начинка. В общем, на бумаге по всем параметрам он мне зашел. Недолго думая, поехал я на тест-драйв дилеру в Кунцево. Сев в авто, все пощупав, я понял, что это моя машина. Прокатившись на ней, я решил не тянуть и покупать, ибо эмоции лили через край. Рассматривал только белый цвет в комплектации флагшип, не видел смысла переплачивать 50 тысяч за черный верх, карбон на зеркалах и шильдики. Менеджер предупредил сразу, что авто только под заказ, ждать от вторых недель до вторых месяцев и обязательно нужно докупить у них допов на 90 тысяч. Взяв брошюру и обменявшись телефонами, я спешно оттуда удалился. На следующий день я поехал в Обухов. Там примерно все то же самое, авто только под заказ, но вот под ОПАМ удалось договориться. Взял я себе сигнализацию Pandora Appendect со всеми возможными плюшками и защиту картера. Вышло на 47 тысяч, но договорились на 30 тысяч. Подписал договор, внес предоплату и отправился в томительное ожидание. Через 3 недели я в автосалоне, смотрю на свой чистенький кулек и подписываю все документы. Весь процесс занял не более часа. Сделал у дилера страховку ОСАГО плюс полное каско. Кстати, каско сделали просто с огромной скидкой. Вместо заявленных 100 тысяч у агента заплатил 65 тысяч у дилера. Помимо всего, заправили полный бак 95-го и дали скидку 10% на все-то. В общем, обслуживанием остался доволен, могу смело рекомендовать тем, кто собирается покупать авто марки Geely. Проехав за 2 дня суммарно около 400 километров, не нашел каких-либо явных проблем или недостатков, которые описывали люди на драйве. В общем, полет отличный. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.